Сьогодні знаходимося в Бахмуті і служимо людям. Привезли продукти, буржуйки, газові пічки, якби так, одіяла теплі. Якось так, люди без світла, без води, людей багато, реально потребують допомоги. Я з Бахмута. Очень-очень-очень благодарна людям, которые приехали сюда и привезли нам гуманитарку, особенно для гигиены. Такие вот пасточки, которые мы не кушаем никогда. Вательки тоже мы не кушаем никогда. Нам бы еще хлеба привезли нормально. И воды. И воды. Привезем, привезем. Да, хлебушка и водички. Привезем. Ну а так мы очень благодарны. Очень благодарны. Помните, что Бог вас любит. Бог вас любит. Спасибо. Мальчик, вы тримайтесь. Тримайтесь, все будет добре. Все. Все, тримайтесь. Спасибо. Ну, иди, иди, иди. Город Бахмут. Місто Бахмут, дуже вам дякуємо за це. Велике вам спасибо. Це самый щедрий подарунок. Ой, не телефон? Знімаю вже. А, дякую велике за допомогу. Це дуже нам допомагає. І що ви нас вірите. І дякую, хлопці. Дивіться, зараз буде. Велике дякую. Зроблю. А нема ще газового балончика. Дякую вам за цей подарунок. Спасибо людям, які участвують в цьому благоденні. Спасибо большое. Слава. Упала посреди столба и загнула его, видишь, фонарь наверх светит теперь. Арматуру всю разнесло, осколки вот по дому, тут вот, это все побыло, там тоже побито все, бачишь, как оно... И люди продолжают жить? Да ну а что делать, робить нечего. Дайте мені пустий пакет. Дякуємо вам, дякую. Дякую. Хлопці, дякую, бережи вас. И мне, если можно, побольше размер, как они. Пожалуйста, пожалуйста. Дайте мне. А мы там были, говорят, уже больше здесь никого нет. Коля, подходи, что ты стоишь?